Несколько сезонов в моде держится ручная роспись одежды. Украсим сегодня подол джинсового платья своими руками. Для этого подготовили трафарет. Подкладываем плотную бумагу и при помощи губки наносим основную краску. При помощи губки смешиваем цвета прямо на палитре и переносим на ткань. После того, как основа высохла, заранее подготовленную трафарету отпечатываем надпись белой акриловой краской. Затем берем контур по ткани, очень удобный в использовании, и дорисовываем рисунок. Так как это у нас город, не забываем нарисовать антенны. Не бойтесь выделяться из толпы и наполните свою жизнь яркими красками.